не была ирония для тех, кто не следит за чемпионатом, когда мы сказали, 20-й неплохо квалифицирован. Дело в том, что в большей части квалификации были регулярно 26-е места. Зато в гонках он ехал супер. У него одна квалификация только была лучше, 18-е место, но там все не очень получилось. Зато вот каждый раз, стартуя 26-25, он практически до очковой зоны прорывался в основной гонке. Вот как раз там, где есть пит-стоп. И поэтому здесь, где опять лучше удалось квалифицироваться, конечно, 20-м стартовал, мы ждали большего. И у него вчера была абсолютно сумасшедшая подготовка к этому гран-при, когда стало понятно, что оно пройдет по жаре. В общем, поспорили в команде, поспорили с ним ребята, что он сможет проехать в полной экипировке гоночной в комбинезоне и в шлеме по трассе на велосипеде. Но Артем не сдался и действительно проехал целый круг, и все было с ним в порядке. Жара действительно потрясающая. Сейчас нужно заметить, что вот с момента окончания квалификации Формулы-1 только выросла температура. Воздух уже 34, как и предсказывали накануне. Так, вот этот момент. И мы видели, что он стал без вины абсолютно жертвой. Но мне кажется, что не Ланкастера, вы знаете. А мне показалось, что это была одна из машин Трайдента. Это может быть Кономасос. Может быть Кономасос. Потому что, ну, второй Трайдент Чикота хорошо расположен. Он был с другой стороны Белитона. Вот Кономасос стартовал примерно в той же группе. Вот еще раз повтор. Это второй поворот, как раз Берни Эклстоун, где кто-то и потерял обломки. Неужели два разных контакта было? Да, похоже, что это абсолютно два независимых друг от друга эпизода, потому что здесь вот действительно... Здесь, значит, это не Маргелова. Здесь Ланкастер, а вот Кономасос. А Дейли, вот что. Это действительно Кономасос, но он развернул там не Маркелова, а Дейли. Это была машина Венесуэлы Лазарус, а не русского времени. Поэтому это два разных инцидента. Смотрите, Конор Дейли, который совершенно здесь ни при чем. Он уже начал выходить даже из поворота. А там Кономасос, потерявший машину, боком в него влетел и, соответственно, того развернул. Вот вторая машина Лазаруса тоже объезжала.